Елочка горит. Так, у нас Татьяна. Татьяна, кроме шишки, что тебе еще? А, шишку уберем и все? Хорошо. Вдох, выдох. Еще. Все, все. Сделай вдох, выдох. Да, еще раз ставь, раз ставь. Ну, 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 ну. Еще. Хруста ничего не бойся. Хорошо, нормально все? Да. Раз ставь, раз ставь, раз ставь. Еще. Ну. Дальше до конца не блокируй. Еще, мы тебя чуть-чуть. Еще. Это место шишка идет. Вдох, выдох. Не блокируй, легко. Еще. Вот. Чуть потерпи, ладно? Продолжаем или перерыв? Шишки не будет сейчас же. Главное, чтобы человек вытерпел. Перерыв надо или нет? Сколько надо говорить в любую секунду? Убираем шишку, пока наглядно. Шишка большая была? Да. У нас дела шикарно идут. Просто шикарно. А ну вот это вот потерпи, сейчас мы тут раздвинем. Руки ложи под лобик. Еще на жарко такая. Вниз. Вниз, да? А, интересная конструкция. Это чтобы это никто посторонний не это, да? Что-то живая была, ты что я должен ее посмотреть. Мужайся. У тебя правая сторона очень перегружена. Вот это вот. Да потому что на нее все время перекос. Лянь, ты видишь? Да, больно, блин. Я еле касаюсь. Сейчас мы ее отпустим, только потерпи. Терпи, терпи, терпи. Вот так. Все, терпеть. Если нам перерыв, сразу говори. Мы умеем делать перерывы. И гладить кошечек умеем в это время. Рыженьких. Я люблю кошек просто очень. У меня их 6. 6? Обалдеть. Но я не настолько их люблю. Нам их подкидывают гораздо в год. А вы это добрые, поэтому... А сетку вы сами ставите, да? А, пока еще что-то зимой убирал. Ну, очень красивый вид тут. Терпи, терпи. Это все вид, понятно? Ой. Расставь. О, видишь, хорошо. То есть часть спазма убирается, когда позвонки выставляются на место. А часть нужно все равно распутывать, как бы там ни было. Так, у нас никаких тряпочек нету, да? Нету? Ну ладно, нет так нет, мы сейчас об этом вытрем. Это никто нас это не осудит. Руки нет. Вот, сейчас шишку ты посмотришь, когда это все. А часть пациента, пациента ты скажет, слушай, что это у нас за доктор, который без формы медицинской? И без диплома, который в кармане идут. Нет, не удалось пронести. Люди у нас есть интересные. Ну то 3%, даже нет, я тут справлюсь. 3% всего интересных людей. Так, ложись на спинку, пожалуйста.
не что было это, но... А Олег у нас дома. Присаживайся, как Александра вот сюда, вот ко мне спиной. Голова не кружится? Нет, нормально. На лице останется одна кожа, подругай сейчас, вот это вот. Что у нас изменилось, что не изменилось, расскажи. Как-то не такая плотная стала. Ну вот, я к чему показывала. Сейчас уберу и потерпишь, будет все еще лучше, понятно? Угу. Глаза закрывай. Продолжаем или берем? Подожди, дай давно. Сколько надо? Ноши делать. Кому сейчас легко? Чтобы мне это не цепануть на окно. Готова? А давай с этой стороны покажем. Обойди. Скажи, когда будешь готова. Ты будешь пасти, ну что поделать. Мне сегодня отомстит за все. Если смогу, конечно. А, если лучше состояние вообще. Да. Смотри, мне надо выезжать в понедельник. Давай, говорит, езжай. Ждем? Не, нормально. Аж видно вам. Кровь пошла, все. Так, 7 ударов, шишки нету. Ой, мама, да. 7, и все, можешь посчитать. Готово? Нет. А что делать? Давай. Мы идем в ускоренном темпе. Глаза закрываем. Дальше. Знает, убирается 2 месяца. Здесь моментально. Пять ударов. 4 удара. Ну что делать? Готово? 3 удара. 2. Готово? Мне тоже пальцем боль. Думаешь, не боль? Трогай шишку, если можешь. Ну да. Одна, даже визуально очень сильно изменилось. Одна кожа, вот кожа, ну, все. Да, да, да. Вот. Вот. Офигеть. Оно. Так, а теперь встань, проверь, как себя чувствуешь, только потихоньку. Покрутись, повертись. Как самочувствие, Татьяна? О, хорошо. Как шейка? Покрути шейку, мне шейка интересует особенно. Хрустит. Ну, нормально. Да. Легко крутится? Да. Где-то есть или что-то, что ты хочешь подправить еще? Нет, нет, все. Покажи вот так. Хорошо, отлично. Не, вот так покажи. Дай Богу здоровья.